Добрый вечер! Афиши на телеканале «Самара ГИС». С вами Виктория Шаре. И я расскажу, как интересно и с пользой провести выходные. В пятницу 17 марта в Театре «Камерная сцена» в 18.30 пройдет спектакль «Танцплощадка 1945». В небольшом городке в августе 45-го во дворе собрались соседи. Учитель математики, раненый капитан и два совсем юных лейтенанта, вернувшихся домой после победы. С ними патефон и гитара. Услышав звуки музыки, сбегаются девчонки. Двор становится танцплощадкой. Девочки выстраиваются в очередь, чтобы потанцевать. Ведь, как поется в песне, после войны на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Возникают соперничество и ревность. Все как положено в 20 лет. Но это не портит атмосферы августовского вечера 45-го. Советский Союз победил. Все только начинается. В субботу в 18.00 зрителей ждет постановка «Дядюшкин сон» по произведению Федора Достоевского. В глухой провинциальный город с красноречивым названием Мордасов приезжает страдающий старческим слабоумием князь Гаврила. На него открывают охоту местные дамы. Ведь князь богат. Первая леди города Москалева пытается выдать за него свою дочь Зину. Чем же закончится эта история? В воскресенье 19 марта в 18.00 в камерной сцене зрителям покажут спектакль «Не сошлись характерами» по произведению Николая Островского. Живут в городе Черемухове обнищавшие дворяне с говорящей фамилией Прежневы. Кичатся своим дворянством перед соседями-купцами, а сами мечтают о невесте с большим приданым. Легкомысленному трутню Полю Прежневу удается обманом жениться на купеческой дочке, простодушной Серафиме, поверившей в его любовь. В выходные в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма и Севастополя. 9 лет назад Крым воссоединился с Россией. Подписание в Кремле договора о вхождении полуострова и Севастополя в состав Российской Федерации стало поворотным моментом в истории не только самого Крыма, но и всей страны. Афиша культурно-образовательных мероприятий ориентирована на аудиторию всех возрастов. Так, в кинозалах городов и сел Самарской области пройдет показ художественного фильма «Дорога к дому», снятого в Крыму и созданного крымскими кинематографистами. Библиотеки, музеи и другие учреждения культуры подготовили содержательные программы, которые в полной мере раскрывают богатое и яркое культурное и духовное наследие Крыма. В историческом парке «России. Моя история» 18 марта в 14.00 для всех желающих пройдет сборная экскурсия с викториной «Крым от империи до федерации». Также в этот день здесь состоится открытие мультимедийной выставки графических новелл «Герои спецоперации», посвященных подвигам участников СВО. Практически в каждом муниципальном образовании пройдет тематическая концертная программа. А 18 марта в 11 утра в Самаре на площади Славы старт тематическим мероприятиям дадут народная акция по изготовлению маскировочных сетей, акция «Самарский хлеб» и «Крымский чай». Кульминацией станет митинг-концерт «Крымская весна» с участием самарских коллективов, который пройдет на площади Славы. Это вся афиша на ближайшие выходные. Желаю вам провести их интересно и насыщенно, чтобы они запомнились надолго. We'll be right back.